Всем привет, с вами Армениан Кинг, я продолжаю кампанию за Спарту. И как вы видите, у нас уже в начале эпизода есть бой, очень серьезный бой. И явно, что преимущество на стороне врага, не потому что у врагов намного больше воинов, а потому что у врага есть 4 отряда артиллерии, что с легкостью позволит врага просто уничтожить мои отряды, даже не приближившись к моим войскам своими основными силами. И еще 4 отряда вот этих парней кельтских застрельщиков, которые могут разбить мой строй из пикинеров. Потом намного легче будет для их копейщиков против моих каплитов, если не будут там пикинеры. Вот так, ребята. И у нас нету кавалерии, чтобы поймать вот этих и вот этих. Не знаю даже, что мы должны делать, но погнали, посмотрим. Вот вот мы видим, что враг с этой, в этой стороне построился. Что нам надо делать? Нам надо перекроиться вот тут, чтоб здания защищали нас от камней, артиллерии и гоплитов сюда, думаю. И еще можно... Что можно делать? Вот этих гоплитов можно вот сюда поставить. Нет. Тут их артиллерия видит их. Нет, это очень далеко. Вот сюда тогда. Вот сюда, этих парней тоже сюда. Прачников можем сюда как мясо поставить, чтобы артиллерия сосредоточилась на них. И... Ладно, давайте-ка вот так, чтобы намного легче было стрелять на их метателей дротиков, которые будут стоять вот, наверное, примерно здесь и бросать дротики на моих пикинеров, которые будут стоять вот здесь. Ладно, погнали. С какой стороны все-таки враг нападет? Наверное, вот с этой, только с этой стороны нападет. Можем пока что перемотку сделать. Враг не видит вот этих парней. Ну, по крайней мере, двоих не видит. И еще враг не стреляет артиллерией. Немножко, еще немножко подождем и гоплитами. Ладно, погнали гоплитами уже. Время уже действовать гоплитами. Тут надо нормальную скорость включить. Пикинера ставим сюда. Прачниками сосредоточиваем огонь на никого пока. В общем, пока что пусть стреляют на кого хотят. Да. Нет, куда вы, прачники? Все. Думаю, один отряд в силах разбить всех этих парней, так что других вот отправляем на их... Отправляем других пацанов на их стрелков. Блин. Тут что происходит? Тут вроде успели строить линию. Прачниками стреляем на их стрелков. Вот стрелки. Половина гоплитов гоплитами. А так, блин, эти кавалерии, всадники помещали нас. Ладно, все равно. Вот этих отправим на их стрелков. Я больше всего боюсь их стрелков. Даже больше, чем от артиллерии. Потому что они, если разбьют мой строй пикинеров, мне конец. Отключаем вот эту штуковину и режим перестрелки.
Одного гоблита вот сюда отправляем. Вот этих гоблитов давайте-ка по-быстренькому отправим на их стрелков, пока они всех моих пикинеров не замочили. Если я потеряю пикинеров, то мне конец. Все, этих парней тоже на стрелков отправляем, а этих на артиллерию. С артиллерией вот один отряд, думаю, справится. Надо просто помещать этих стрелков. И все будет хорошо, блин. Если так продолжится, они разбудут по нашу линию. И еще Гену сюда ставим. И включаем фаланку. Не, уже не можем. Все, успели гоблитами вот тут помещать этим. Застрельщиком. Этими парнями на артиллерию идем. Пока что все не так уж ужасно. Есть надежды какие-то. Прачников сюда. Блин, у них просто очень много застрельщиков, 4 отряда. Вполне достаточно, чтобы всех этих парней убили. Вот видите, как я и говорил. Блин. Как я и говорил, один отряд гоплитов в силах убить всех этих артиллерийцев. Нет, этими сматываемся отсюда. Не надо потерять их. У этих отключаем вот эту штуковину. Тут пикинеры что-то тукат. Перестраиваемся. Ну что-то. Стену гоплитов. Стену. Да, стену гоплитов не можем строить. Вот эти парни сейчас побегут по домам. Давайте-ка на этих расстреляем. Нет. Застрельщики возвращаются. Надо гоблитов на застрельщиков отправить. Второе дыхание. Кто тут устал? Вот эти парни. Очень усталые, давайте-ка используем. Все, они уже свежие. Блин, струсили они. Не знаю даже, что делать, ребята. У нас просто-навсего не хватает ресурсов. Включаем эту штуковину и поднимаем дух, но не помогает, да, походу, да, не помогло. Если бы у меня был только один отряд кавалерии, я бы мог это выиграть. Ладно. Нужно перемотку сделать, думаю. Мы уже, думаю, проиграли. Блин, куда идут эти парни вообще? И генерала потеряли уже. Не, Спарта это слабая фракция, ребята. Недостаточно разнообразия в армии Спарты. Нету мечников, нету хорошей кавалерии, нету хороших стрелков.
А многим кажется, что Спарта это очень сильная фракция, это неправда. У Спарты, наверное, самые сильные гоплиты. Ну, только гоплитами ничего не поделаешь, особенно против мечников. Тут у них присягнувшие, которые порвут моих царских спартанцев на куски. Вот так. Ну ладно. Захватим обратно, ничего страшного. Да, уже потеряли два города. Доблестная смерть. Ладно, сейчас наберем хорошую армию и будем мстить. Достойная смерть. Окей, повышение ранга. Вот у этого чувака. Что там еще есть? Ничего, да? Нет, тайный агент раскрыт. Это чей агент? Аннарты, да? Вот эти парни. Походу, скоро у нас будет война с ними. Эти северяне уже достали. Ладно. Где же наша армия? Вот, этих парней отправляем сюда. Нанимаем еще гоплитов, спартанских гоплитов. Потом еще наемника возьмем. Ничего страшного, ребята. Сейчас все вернем. Нанимаем тут генерала. Нанимаем. О! У нас есть скорпионы есть, походу. Ладно, гоплитов сперва возьмем. Потом будем думать о гоплитов. Тут еще повстанцы есть, это хорошо. Ну не, как вы видите, ребята, эти венеты просто разграбили город, не взяли. Стоит ли нам подчинить это? Не знаю даже. Если подчиним, потом эти повстанцы возьмут обратно. Это будет трата денег. Ладно, не будем сейчас отремонтировать все эти постройки. Оставим на следующий ход. Этих парней сейчас быстренько сделаем. Это вообще кто такие? Бревки, да, это тоже бревки. Это просто повстанцы. Это тоже бревки. Думаю, у бревков немного войск осталось, так что с бревками разберемся, потом должны с венетами разобраться. Потом, наверное, вот эти парни нападут на нас. В Ларисе не надо ничего построить. Давайте-ка взглянем на Анатолию. Тут все спокойно, да, уже походу? Повстанцев больше нету. И общественный порядок улучшился. Уничтожаем эти трущобы. Да, нету повстанцев. Хорошо, тут все спокойно. Хоть в Анатолии нас не беспокоят. Строим эллиническое селение в Мазвиконии. Да нет, уже денег не остается. На другие постройки. Этих парней держим в центре, чтобы охраняли обе города. Этих тоже в центре держим. Что там с дипломатией? У нас превосходные отношения с Понтом.
Let Zeus and all the gods smile upon our meeting, so that all may profit. Вступить в войну? Нет. Не надо с ними ни о чем договориться. С Египтом тоже превосходные у нас. С боями. Давайте-ка с ними договоримся. О чем? Договор, а не нападение. Они не соглашаются что-то. У нас общий враг, бастарные, которых, можно сказать, нету вообще на свете, потому что мы их уничтожили. У них там только два корабля осталось. С армянами, может, договоримся о договоре не нападения? Низкой, нет, они не согласятся. Да нет, никто не хочет с нами заключить договор о ненападении и заключить союз и так далее. Что нам надо делать? Нам надо закончить сход, потому что нечего делать в этом ходу. И как вы видите, у нас уже пищи сейчас намного меньше, чем раньше. Сейчас, если так продолжится, у нас начнется голод, так что надо построить вот такие штуковины. Это Сармизугетта. Где этот Сармизугетта? Тут какой общественный порядок? Плохой. Нет, не надо строить такое. Лучше построим усадьбы в тех городах, усадьбы или скотный двор, в тех городах, где хороший общественный порядок. Нету тут возможности такого построить. Ну ладно, давайте-ка закончим ход, потом посмотрим. Это что, военачальник? Да, вроде да, военачальник. Я забыл, что я отправил одного военачальника в Балканы из Анатолии. Тут я вижу, Галаты еще отправляет туда, в Балканы, армию. Наверное, подмогу отправляет, что ли? Не знаю. Сейчас посмотрим. Они же наши протектораты. Надо так сделать, чтобы они нас полюбили. Они наши протектораты, но не очень-то любят нас. Вот эти чуваки нападают. Нет, нету тут шансов. Вообще не надо даже попытаться. Видите, что я правильно сделал, что не отремонтировал эти постройки, потому что это было бы тратой денег. Все, они захватили наш город, Бревки. Захватили наш город. И тут я вижу еще армии повстанцев. Но это хорошо. Сейчас повстанцы нападут, возьмут город у этих Бревков. Потом я возьму город у повстанцев. Восстание. Даки у нас восстание. Одного из членов вашего рода пытаются шантажировать. Не делать ничего. Опровергнуть слухи. У нас тут скоро начнется бунт. Ну, у нас тут армия есть, так что ни о чем беспокоиться. Тут что? Ладно, ребята, отправляем армию, потому что походу... Венеты пришли, разбили повстанцев. Блин. Ладно, пока что осаждаем город и берем наемников. Ну, сперва можем вот на этих парней напасть. Какие у них тут войска? Думаю, справимся, да. Смотрите, у нас 6 отрядов спартанских габлитов. Еще лучников сейчас возьмем. А да, у них пращники есть. Кавалерию нужно взять. Да, кавалерию. И собачек тоже можно. Собачки, как вы помните, порвали на куски голых варваров. Вот этих тоже возьмем.
тут. На какой город сперва напасть? Давайте-ка начнем с этого. Собачек этих... Этих. Достаточно ли этого? Даже не знаю. Пикинеров нету. Думаю, достаточно. У них тут много стрелков, кавалерии поймаем. Еще собачки есть у нас, собачек отправим. И они порвут на куски всех этих парней. Это не серьезно, это тоже не серьезно. Погнали, мы это выиграем. Погодка нормальная или можем подождать? Пусть будет дождь. А, вот это то, что надо. Это уменьшает точность стрельбы стрелков. Так что точность и, наверное, урон. Так что все нормально. Вот эта погодка нас устраивает. Начать. Где же их городок? Даже не видно отсюда. Вы видите? Вообще не видно. Ладно. Ставим гоплитов сюда, генерала сюда, собачек и вот этих вот сюда. Блин. А, вот сюда. А этих парней вот сюда. Можно вот так сделать, чтобы не перепутать. Ну, погнали. А, ладно, я уже вижу. Враг вот тут построился. Они не в центре построились. Гоплитов отправляем сюда. Сюда. И перемотку можем сделать. Давайте-ка не будем торопиться, а то устанем. Просто перемоткой. Будем играть. Вот одного. Одного отряда кавалерии мы можем вот так отправить. Ну все. Нормальную скорость включаем. Включаем нормальную скорость и этих парней вот сюда отправляем. Комп не очень-то верит наш успех. Но я-то верю. Главное, что я верю. И думаю, что получится. Собачки, конечно, сейчас пожрут, наверное, 500 людей. Ладно, давайте-ка перемотку сделаем. Сюда поставим парней наших иллирийских всадников. Ну. Погнали. Собачки с этой стороны. Вот эти парни с этой стороны. Эти парни с этой стороны. А гоплиты с этой. Где же собаки? А, вот собаки, я вижу собак. Сейчас всех испугают наши собачки. Главное, что стрелков убить. Остальная фигня, думаю, разберемся. Блин. Надо тут поосторожнее действовать. Не хочу я кавалерию покупать. Все, ладно, потерял уже. Собачки порвали легких парней на куски. Тут против собачек, конечно, надо использовать тяжелые отряды, а у врага нету тяжелых отрядов. Все, погнали. Гоплитами нападаем на этих парней. Отключаем атаку в строю. Где же собаки наши? Вот, а собаки наши живы, здоровы, порвали этих парней на куски. В общем, ребята, как вы видите, собаки
очень-очень эффективнее против голых варваров, так что всегда берите много собак против похода против варваров. Против варваров, то есть не против похода, против варваров. Да, где же наши собаки? Собаки, везде собаки. Что, сдохли собаки, что ли? Ладно, давайте-ка почарджим по этим парням. Думаю, сможем разбить их. Несмотря на то, что у нас кавалерия стрелковая. Не, они строятся. Щину щитов... Стену щитов. Тут что происходит? Тут ничего не происходит. Блин, я не понимаю. Собаки где вообще? А, вот, они просто стоят. А такое. Погнали, собачки, что стоим без дела? Тут наши гоблины разбили их копейщиков. А собаки что-то бездействуют. Не, думаю, мы это сделаем. Все-таки сделаем. Вот собаки наконец-то напали. Ну, молодцы собаки, очень полезные зверюшки. Чардж? Не, все-таки легкая кава, не для чарджа. Все равно разбили. Собачки где? Наши. Вот. Не, это хозяева. А вот собаки. Сейчас очень быстро разбьем боевой дух врага. И с этой стороны кавы нападем на стрелков. С этой стороны вот на этих стрелков нападем. И все ништяк будет. Геной нападаем на этих мечников. Все, все, смотрите, какой тут геноцид. Куда идут мои всадники? Еще в тыл ударим сейчас кавой. Вот так. И они все побегут по домам. Надеюсь. Крепкие что-то у них тут стрелки. Ну не, все-таки струсили. Все-таки струсили и все-таки это победа. Думаю, благодаря собачкам. Они просто испугали врагов. И без этого у этих варваров хрупкий боевой дух. Особенно у таких дешевых отрядов варварских. Ладно, вперед. Захватили мы все-таки обратно очень-очень быстро. Ладно, выходим. Все, осталось только взять тут тот южный город, вот этот Эпидам, и потом можно думать о захвате новых поселений. Ладно, берем много наемников, потому что тут нам противостоит более серьезная армия, чем та вот, что тут противостояла нам. Что нам надо взять? Кавалерию. Кавалерию еще возьмем. Или еще собачек возьмем. Вот этих. Думаю, все, это достаточно. Погнали. Можем даже в открытом поле их порвать.
Да лучше в открытом поле, чтоб стрелков полегче поймали. Все, это их армия. У них артиллерия тоже есть. Тут копейщики, много-много стрелков. Думаю, справимся, погнали. Погодка у нас плохая, то есть туман. Это устраивает нас, так что начинаем. Не меняем погоду. Кавалерии вот этих налево. Нет, наоборот. Вот этих налево поставим. Стрелковых. Чтоб бросали дротики на правое плечо врага. Пикинера в центре. Гаплита. По флангам поставим. Вот так. Гену сюда. Это кто? Собачки, да. Собачек вот сюда. Ну, погнали, ребята. Погнали, посмотрим. Что враг может сделать против такой хорошей армии, что у нас есть. Вот эти парни в онлайн боях очень полезные. Потому что они не очень-то дорогие, а вот царских спартанцев или героев Спарты много не возьмешь в онлайн боях. Вообще в онлайн боях сами эти сильные отряды не всегда очень полезные, потому что очень дорогие. Цена отряда в онлайн боях очень многого значит. Надо взять сбалансированные армии. Если будет спамить очень сильные отряды, враг может насчет количества взять из себя. Ладно. Вот этих всех парней можем объединить в группу. Вот так. Гену сюда, собачек сюда. И ждем. Ждем, пока они соберутся вместе или... Нет, давайте-ка, пока они не собрались вместе, поймаем их стрелков. Вот еще тут я вижу. Да, они сейчас нас окружат с обоих сторон. Собачек тогда отправим. Два отряда вот на этих. И вот так построимся. Чтоб в тыл не зашли они. Тут стрелков вижу, еще тут стрелки. Гену сюда поставим, а собачек вот на кого отправим? Пока что не отправим. У них тут свои собачки есть, клево. Еще артиллерия есть, давайте-ка поймаем артиллерию. Все, а то там что происходит? Тут мы разбили их вражников, этими парнями сматываемся отсюда. Тут все нормально. Вот этих собачек уже можем отправить сюда. У них тут бардак, можем использовать момент и собачек отправить на них. Блин, отсюда надо сматываться. Копейщики сейчас поймают и убьют наших всадников. Ладно, все равно всадники очень много стрелков уже убили. Да если даже потеряем, ничего страшного.
Потом можем бокс построить, то есть коробочку, и там постоять. Только сперва надо всех стрелков замочить. Собачки тут что делают? Где же собаки? Вот. Нет, тут собаки, конечно, прекрасно работают. Тут тоже должны были быть собачки. Вот наши собаки. Жаль, что у Спарты нету своих собак, только наемные собаки. За Эпирус можно играть. У них самые крутые собаки. Вот эти собаки, которых мы используем, они эпирские. Только у Эпира есть эти собаки. А вот там у варваров другие собаки. И у римлян тоже. Вообще, сколько убили наши собаки? Давайте-ка посмотрим. 207, 212. Шикарно. Для своей цены они очень-очень много убили. Смотрите уже, на шансы посмотрите. Благодаря собакам мы уравнили шансы. Все. Ладно, габритов пикинеров ставим вот сюда, генерала сюда. Тут собаки еще сражаются. Не сдохли пока что. Можем заращить их пехотой. Давайте-ка попробуем. Ох ты, у нас так много собак, я думаю, даже ни один пес не сдох. Стрелков у них только, наверное, два отряда. Вот этот и вот этот. Сейчас эти дебили прямо на пике, скорее всего, пойдут и сдохнут. Тут у них кто? Присягнувший? А, присягнувший убьют псов, это точно. Давайте-ка нападем на присягнувших и поможем псов. Вот этих парней как-то надо замочить, и думаю, мы победим. Сейчас этих садников, гражданских садников отправлю. Нет, у них тут два отряда, это ладно. Окружаем присягнувших вот так. Этих каплитов ставим вот так. Кавой нападаем на стрелков. Этими парнями тоже окружаем. Вот у этих трех отключаем атаку строя, чтобы побыстрее убили присягнувших. Этих тоже давайте-ка отключим. Атаку в строю. Геной отступим вот сюда.
Нет, стрелков, походу, у нас не получится поймать. Или нет, все-таки получится. Видите, как держатся эти присягнувшие? Тут еще собаки напали на них. Очень-очень сильные мечники. Включаем. Атаку в строю и включаем фаланку и стоим здесь. Вот эти парни ничего не делают, так что отправляем сюда. Этих пикинеров немножко вперед, так отправим. И все, присягнувших разбили, наконец-то. Да. Пикинеров снова так ставим, гоплита впереди ставим. Потом они нападут на наших гоплитов, отступим, и они прямо на пики пойдут. У гоплитов отключаем фалангу. Вот так, погнали. Все, это победа, думаю, ничего враг не сможет сделать. Останавливаемся пикинерами, гоплитами нападаем на кавалерию и еще на этот отряд кавалерии. Еще кавалерию давайте-ка отправим и поймаем вот этих рашников. Все, все-таки вернули наши города обратно. И сейчас капец будем все, будет все этим варваром. Зря венеты на нас решили напасть. Они еще заплатят за это. Очень дорогой ценой. Вперед, поймаем кого сможем. Перемотку сделать. Жаль, что у нас кавалерии нету достаточно, чтобы всех поймать. Извините, ребята, за пассивные комментарии, потому что я очень устал из-за ремонта. И очень трудно нахожу время для записа вообще. Надеюсь, что в следующем месяце закончу эту фигню. Надоело уже так жить. Ладно, выходим. Ну, конечно же, как всегда, будем казнить всех. И сейчас с легкостью захватим город. Даже не надо сражаться. Вот так. Сейчас вообще бревкам капец, у них... Почти нету нормальной армии, так что сейчас наберем войско и пойдем в поход против бревков. И
Надо распускать всех этих парней, а то потом забуду. И на этом все, ребята. Спасибо за просмотр и еще увидимся. Удачи!